Действительно непростая победа, но мы, в принципе, и готовились к тому, что Мальта организованная, все дома очень прилично играют. И, конечно же, не совсем матч получился, но очень рада, что взяли 3 очка в этом непростом матче. Да, я обогнал Владимира Бесчастного. Конечно же, я помню, как смотрел, как Киржаков догонял Бесчастного и обгонял. Для него такое событие было, поэтому в любом случае приятно обогнать Владимира Бесчастных. Очень приятно. Забил гол, там разыграли комбинацию классно. Ионов, Караваев, Фомин. Мне удалось завершить гол. Боялся, что офсайда нету. Не знали, ВАР есть, не есть. Оказалось, что его нет. Вообще супер. Ну и на повторе видно было, что я в офсайде не был. Так что Франция забила с офсайда, а мы нормально забили. А посвящаю гол маме. Мамочка, с днем рождения тебя. Накануне у нее был день рождения, и она попросила забить гол. Поэтому маму я выполнил. Так что поздравляю тебя еще раз. Все сказал лично. Так что вот так вот. Ну, я думал, что если... Ну, наверное, да, Словения. Я понимал, что Хорватии будет тяжело, но не ожидал, что они выиграют. Ну и Кипр, что в ничью сыграет со Словакией. И по обзору, что я увидел, Кипр был ближе даже к победе. То есть такой, ну, непростой тур. Ну, в принципе, мы понимали, что будет группа очень непростая, ровная. И главное, конечно же, будут все решаться, наверное, в таких матчах между Словенией, Словакией и Хорватией, вот между собой 4. Ну и, конечно же, нужно не потерять очки с Мальтой и с Кипром. Поэтому кто меньше потеряет, тот и будет на вершине. В любом случае, вот сейчас будет очень интересно. Совершенно другая игра, совершенно другой рисунок. Вообще все, Мальту надо уже забыть. Главное, говорю, набрали 3 очка, наверное. Всегда матчи первые в марте не совсем такие удачные именно по самой игре, наверное, цельности. Но важно было победить, важно то, что мы никого не потеряли. Надеемся, что с Лехой Ионовым все нормально, Магомед Оздоев подойдет. Поэтому я думаю, что вот со Словенией уже будет совсем другой рисунок, совсем другой ритм и другие скорости.